Видео первое закончилось, это продолжение. Не смогла остановиться на съемке. Вот так они сладко спят. Вот такие сладкие котята. Всем передают привет своим мамочкам. Вот эти вот комочки радости, сладости. А вы что гуляете, Ванесса? Ты Ванесса, ты белочка. Ох, ох. Это кто тут прибежал? Артемида, Артемида, мадам. Ах ты такая, Шкода. Шкода, космос. Сейчас мы вам постелим сюда тоже что-нибудь. А царица все главствует, главенствует. Нос задышал уже, нормально все, да? Царица, носик задышал? Дитя ты мое, бедовое. Мамочке Океания передает привет. Ну, взрослое уже дитё, ну, взрослое уже вообще, все понимает, имя свое знает. Кстати, по поводу имени, многие очень переживают и не хотят называть, ну, не хотели бы, да, оставлять имя, которое данное в питомнике по документам. Ребяточки, вообще не вопрос, называйте как хотите. Имена по документам остаются в документах. Очень, вот многие, те, которые вот у нас забронировали, купили щенков, сказали, что они сразу сказали, что они не будут называть этим именем, и у них будут свои имена. Даже мне их написали, я сначала пыталась их запомнить, но вы меня уж простите, давайте так, щенята приедут к вам, и вы их назовете 3 дня, и щенок привыкает. Артемиду тоже зовут не Артемида, совсем по-другому, по документам я решила ее называть Артемида, и она уже знает, что она Артемида за 3 дня. Поэтому вообще не вопрос, как будете называть, хоть Лапуля, хоть Кисуля, лишь бы любовь и ласка, имя это не вопрос. Кому-то нравится, люди оставляют эти клички наши. У нас в питомнике те собак, которых я сама назвала, они, в принципе, так мы их и зовем, и то там тоже уже импровизация пошла. А если мы щенка купили, либо там взяли с документами с другим именем, то мы переназвали, да, например, Ванессу зовут не Ванесса, Космоса зовут не Космос, Елисея я называла, просила заводчика сама, она мне сказала букву, мы придумали Елисей, вот, ролик, кстати, и есть по документам Роликс, но там у него Blue Dream Роликс, но мне очень понравилось это имя, поэтому я его оставила, вот. Коку, простите, называла я, ее зовут куколка Шанталь. Почему у нас Шантали 2 и вот эта белая новая, Ванесса тоже Шанталь. Но у нас Шанталь никто, у нас получается Кока, куколка Шанталь. Как-то импровизация пошла, она стала кукой. И вот, вот Филечку я тоже просила заводчика, мы выбрали букву Ф. Филипп красивый, золото, Эксельсиор, поэтому Филечка у нас Филечка. Ты смотри, царица и Энечка. Энигма, девочка на продаже у нас была, я просто имя просто осталось, но я просто от него в восторге. Энечка, Энигма, ее зовут Нимфа Энигма. Лефети, вот такая красивая, такое имя, вот такая она Нимфа и есть. Да, Филюша, что мой сладкий зайчик, поэтому называйте своих любимцев как вам угодно, мы своих детей тоже называем, всегда бывает сокращенными какими-то ласкательными. Пожалуйста, не вопрос, можно и не ласкательными. Радуся у нас вообще повелительница радости. Так как-то, естественно, она стала радой. Мажорик, ты мажор. Он скажи, я вообще не мажор. Вот. Независимо. Так, мальчишки выясняют отношения. Елисей, нет. Елисей старше, поэтому я его в первую очередь останавливаю. Да, Елисей? А Космос еще такой тоже парень может. Вот. Так что такие у нас дела. Все, сейчас мы подстелим. Ай, дети в линьке. У детей... Рада, перестань. У детей вылазит еще, ребяточки, линька щенка. Вот в этом возрасте 3 месяца, с 3 до 4 у них выкатывается шерсть. И вот эти длинношерстные, смотрите, ребята. Вот так вот вылазит шерсть. Короткошерстные точно так же. Не видно? Давайте покажу. Вот сбоку пушки хорошо видны. Вот, не пугайтесь, это никакая не аллергия, это никакие не залысины. Они прям бывают такими залысинами, вылинивают. Хочу сфокусировать.
Вот, просто дождаться, когда это все вылиниет и вырастет новая шерсть. Потому что у нас одни новые владельцы потащили своего щенка в ветеринарную клинику, но там они будь здоров, она рассказывали, что и от аллергии дитё пила целый месяц. Я вас умоляю, не делайте, позвоните мне, переспросите. Я вам объясню эти моменты. Это нормально. Кто-то пучками вылинивает, кто-то незаметно. Рада, Рада, не надо уши тебе кусать. Кто-то пучками вылинивает, кто-то незаметно вылинивает, просто шерсть и все. Но у меня уже очень много щенков вылинивало пучками, вот просто как будто бы подрали собаку. И вот это просто пух щенячий выходит, и даже на короткошерстных, я вот сейчас и говорю, что длинношерстные само собой, а короткошерстные, они прям вот как будто такие залысинки у них. Не пугайтесь, собакам всего хватает, они получают полностью правильное питание, и прекрасно, все потом зарастают. У меня есть видео в Ютубе, как у нас был щенок гладкошерстный Алексиус. Я и консультировалась и с врачами, и с кинологами, те, кто давно тоже как бы в породе. Сказали, это обычная линька. Ну, необычная, можно сказать, но никакой это не болезнь. Все вылиняет и зарастет ровненько. Некоторые породы так линяют. Мексы так линяют. И вот у чихуа тоже мы сталкиваемся, что они так линяют. Не все, но такое бывает. Если под тем, где выпала шерсть, так чтобы не перепутать, нет никакой сыпи, прыщей. Ну, единственное, что собака может слегка почесываться, это тоже нормально, когда идет линька. Просто нужно помочь вычесать собаку. Специальной расчесочкой я показывала, какой, да. И помочь шерсти побыстрее выпасть и вырастет, естественно, новая. Сейчас я вам покажу эту расчесочку. Он детство распит. Вот сейчас у нас уже, скажите мне, вот она, наша расчесочка. Вот она, наша любимая расчесочка, которая шикарно просто вычесывает шерсть, подшерсток. Вот такая вот. И длинношерстных я тоже вычесываю подшерсток ею. А, вот смотрите, ежевика тоже сейчас, она уже перелиняла. Беленькая, ну на видео не видно было, а я прекрасно видела. Сейчас у нее уже новая шерстка по спинке. Вот тоже такими как пучочками какими-то, как я говорю, боже мой, облезлыши вы мои. Вот, так что не пугайтесь. А тут у нас длинношерстные все с папой. Смотрите, разлеглись. Жорик, Антарктида, Челентана и Жанетта. Вот так. Вот такие вот дети. Ага, девчонки смылись, я их пощипала. А девчонки куда смылись, шоколадки мои? Девчонки, шоколадки. Соньки, фасоньки. Вся шерсть вырастет, не волнуйтесь. У кого-то более гладкая, но не зависит, какой подшерсток. Просто детский пух. Да, люди, моя сладкая Арнелла. Давай, ну Арнеллы вижу. Давай, пушки, пушочки эти вылазят. Я вот потом отдельное видео сниму, покажу, как вычесывает эта расчесочка. Вот такие вот у нас дела. Ну что, мои хорошие, до новых видео, до новых встреч. Сегодня два видео у нас утренних, длинных. Много интересного рассказала, надеюсь. Если вам нравится, оставайтесь с нами. Следите за жизнью наших питомцев, милых собачек чихуахуа. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. С удовольствием на них отвечу, если смогу. Я заводчик питомника чихуахуа Кастропула из Крыма, из города Симферополя. С собачками, самая старшая чихуа нашей 9,5 лет. И все это время мы занимаемся чихуашечками. Ну, не с самого начала, конечно, но как-то очень быстро. Всю жизнь я держала собак и держу. У нас кроме чихуа есть еще и большие собаки. Но разведением их мы не занимаемся. Занимаемся только чихуахуа. То есть у нас монопородный питомник. Кастропула из города Симферополя. Вот такая вот милота. Слилась с лежанкой, почти не видно. Инечка, ты сверху залезла, да? Ты моя красавица. Царица. Ой, смотри, сейчас я включу. Темно немножко. Где Мадера? Царица, это твоя собака.
Ну, и Мадера улеглась, скажи, я пошла спать, а тут пришла тетя царица за своей собакой, да? Вот она, вот это, на вот этой собаке царица выросла. Она была одна, когда у нас осталось, их было три щенка в помете. Цаца, иди ко мне, девочка, про тебя расскажу. Ты огурчик взяла? Ну, иди. И ну, мы ее оставили себе, когда братик ее уехал, она вот спала на этой собаке, вот она до сих пор ее любит, видите, щенок лег, она вытащила. Моя собака, она ее обожает. Она когда сохнет, висит, она всегда за ней смотрит. Артемида, ты тоже уже устала, Ляля, ты моя. Океания. Вот это нравится, это лежанка наша старая Филиппа. Туда можно залазить вовнутрь, это типа домик был. Я все хочу его выкинуть, но они вот так любят. Думаю, ладно. Пусть еще поиграют в нем. А вот так у нас вот такая лежанка у Филиппа теперь. Только она постоянно вытаскивает подушку. Дай засуну. Постоянно вытаскивает подушку. Вот так вот получается вот такой домик. Это на Алиэкспресс мы покупали. Ну, они продаются везде. Очень хорошая, кстати. Ей уже года три. И она так хорошо стирается. Такой домик. Вот, сверху они ложатся. И вовнутрь залазят. И вообще они любят куда-то залазить все время. Водички нужно налить. Да, водички, лаванда. Ты такая сладкая. Каждое мое слово слушает. Каждое мое слово. Все, Арнелла уже играет с Океани. Поспали чуть-чуть, да? Уже можно поиграть. Вот такие у нас дела. Все, мои хорошие, до новых видео, до новых встреч. Снимать можно просто бесконечно. Эту детвору, эту малышню. Особенно вот они, давайте еще посмотрим. Вот так они спят. Ты уже здесь? Да, уже вон, улеглась Мадера. Даже там меня выгнали, подняли. А вот лепешки две спят сладким сном. Детям поспать мягеньким, да? Ванес, мелочь ты моя. Ой, так уютненько. Так пользуется спросом у нас будка. Космос в ней все время. В овчаричьей будке грызет вкусняшки. Я надеюсь, у тебя там одна травинка была в носу. Лаванда. Лапушка.